Вы смотрите обзор товара «Перфоратор Профессионал» SDS Plus, горизонт 3,2 800 ВТ. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Перфоратор увеличенной мощности идеально подходит для напряженных работ. Новый фирменный дизайн и полностью измененный ударный механизм для еще большей производительности. Корпус редуктора из металла позволяет получить от изделия максимум без ущерба для надежности. Увеличенный диаметр и скорость бурения, максимальная отдача от инструмента. Функции долбления и сверления без удара придают дополнительную функциональность. Реализация реверсирования поворотом щеточного узла обеспечивает одинаковую мощность как в прямом, так и в обратном направлениях вращения вала. Предохранительная муфта для защиты оператора при блокировании бура. Плавная регулировка оборотов в широком диапазоне для точности на низких оборотах и производительности на высоких. Режим установки долота в нужно-осевое положение – дополнительный плюс к возможностям. Комфортная регулируемая дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент при любой работе. Мягкая накладка на основной рукоятке повышает удобство хвата, что положительно влияет на качество работы и снижение утомляемости. Надежное хранение сменного инструмента и удобная переноска инструмента благодаря фирменному кейсу Zubr. Новый флагман в линейке средних перфораторов Zubr. Применение. Перфоратор электрически предназначен для бурения отверстий и долбления в бетоне, а также может использоваться для сверления отверстий в металле и дереве. Характеристики. Мощность 800 вторник. Энергия удара 3 Ч. Частота вращения 0, 1300 атмин, частота ударов 0, 5500 атмин, макс. Диаметр бурения 28 мм, макс. Диаметр сверления. Металл 13 мм, дерево 30 мм, бетон 28 мм. Рекомендуемый диаметр бурения 4,18 мм. Режимы работы. Сверление, сверление с ударом, удар. Патрон SDS Plus. Предохранительная муфта есть. Реверс есть. Электронная регулировка оборотов, ударов есть. Дополнительная рукоятка есть. Ограничитель глубины сверления есть. Фиксация выключателя есть. Кейс есть. Напряжение питания тильда 220, 50 ГЦ. Масса изделия 3,2 кг. Масса в упаковке 5,1 кг. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.